18 июля в зале администрации района состоялось очередное планерное совещание, которое провел глава муниципального образования Заур Хамирзов. В работе совещания приняли участие заместители главы, руководители структурных подразделений, главы сельских поселений. Первоочередной темой планерки стали результаты работы по достижению показателей KPI, а также создание рабочих мест в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». О проводимой работе по данным направлениям деятельности рассказала заместитель главы района Марита Тугланова. Заместитель главы района по строительству, архитектуре и ЖКХ Евгений Глазунов, в свою очередь, доложил о проведенной работе с населением по социальной газификации частных домовладений. За предыдущие две недели у нас, в принципе, подтянулся процент по газификации. В настоящий момент он составляет у нас 67,5%. В выражениях план 450, факт 304. Хочу отметить, что на прошлой неделе в Красный Фарс была выездная комиссия с Газпрома, где осуществлялся прием заявок на месте населенного пункта. Половина человек уже заявки написали, уже сдали и приняли. В ходе совещания были рассмотрены и другие вопросы, намечены планы на неделю, даны поручения.